Годовщина геноцида армян, так называемой армянской резни. Представители армянской диаспоры в Украине почтили память предков, истребленных во времена Османской империи. Памятное шествие прошло и в Ереване, а в центр украинской столицы съехались сотни людей. Молебен был совершен у мемориала невинным жертвам. Возвести памятники погибшим планируют еще в нескольких городах Украины. Для нас это самый скорбный день, наверное, в истории Армении. В 1915 году в течение нескольких месяцев было истреблено большую часть армянского народа, более 1,5 миллиона людей. Это мы никогда не забудем. На сегодняшний день повторяются точно такие же действия и в Ближнем Востоке, и в Африке. Поэтому наша задача сегодня всему миру показать на нашем примере, чтобы все признали это как геноцид и никогда это больше не повторялось. Сегодня мы собрались вместе с нашими братьями из всех конфессий, действующих в Украине, чтобы помолиться и попросить их ходатайства за мир в наших душах, за мир в семьях, в стране нашей великой и родной, а также нашей исторической родине Армении. И Союзом армян Украины и лично Виллием Григорьевичем Шатворяном инициированы установки хачкаров во многих городах. Сейчас проводится работа также по доставке еще 10 хачкаров, которые будут установлены в городах Украины. Мы это пережили, и мы понимаем, что страшнее этого на сегодняшний день не существует ничего.